Вот новый день, и все опять. И очень хочется мне крикнуть. И вот опять болит голова. И снова вспомнить не могу. А в ванной комнате бежит вода. Но тут я в зеркале увидел себя. Ой, блядь, ну кошмар. Теперь решено безвозвратно. Я надеюсь, не края. Уж не будет лесной краевата. А что ты Однозвучно гремит это две бутылки. Там, понимаешь, маленький, но... Ну, Горим нам в лесу, где все складненько, живы медведи, семья. Полезно было бы. Она ж художница, она тебе сейчас так как нарисует. Сачка, ну давай другую руку. Сачку сделай. Ну что ты нарисуешь? Сачку сделай. Солнце, рисуй солнце. Да. Солнце. Может повыше? Великолепно просто. Ветеран кого? Ветеран. ДМБ-89, что ли? Фу. Я увидел Д, а дальше просто не увидел. Я думал, ДМБ-89 там напишет. О, блядь, ну какой хуй-то? 97, да? Давайте еще раз на эту сторону сходим. Пусти на запись-то. Вообще, чувак, вообще взялись. Ты послушай, знакомый, за бой. Вот, короче, он поет, он поет. Мишка! Миш! Водка. Лимонада это будет. Надо ему покричать. Сережа! Тим, ты отлепил? Там, все разворовали, что ли? Ну, сейчас он выпьет. Там, там просто стакан треснутый. Поэтому что ты хочешь? Подожди, ну подожди. Мишка! Миш! Зачем, блин, зачем полиэтилен туда? Не надо полиэтилен. Мало пусти. Там, ну, понятно, что полиэтилен уже. Надо быть уверенным во всем. Откуда здесь не будет? Вот тут не будет. Понятно, что нам много. Сейчас пойдем. Вот,
такой Гринпис, да? Гринпис, да, я активист. Нет, потому что мы с другой цели пришли. Сейчас, я напишу доклад. Мы звоним Гринпис в политике. Сейчас все будет. Они не виноваты. Эй, заткнись! А меня же тоже никого, что они не виноваты. Я оператору сам все равно. Эх, ты что, против международного валюта? Ты растерешь, что я? Блин, пойдем, слушку платить, как? Я вот гулярно читаю. Можно? Я считаю, что ты желан милый ангел. Ребята, у тебя получается спать. Второй уровень. Я не хочу. Это если в метафизику верить. О, вот. Это может, что значит верить? Она есть. Веришь, что это не наука? Я диалект. Это не наука. Метафизика, это не наука. Это метафизика. Ты веришь в него, да? Это уже стал наук. Ты говоришь, верю я в него или не верю? Так, пьяные прогоны двух команд. Надо выключить камеру. Включи. Включи, включи. А здесь кубочку? А? Хасиску, да. Я уже не могу. Уже не было. Я понял, Диман, я понял. Димаш, верю и не верю, Не-не-не. Ты понимаешь, что налей. Не могу. Я знаю, что пиво, есть будет такое давай. Коллективно бессознательное. Вот. Отлично, спасибо. В контексте спасибо. Ну, совсем правомощно. Спасибо. Кому? Никому? Умереть, чего именно? Палку или сигарету? Ничего не было. Ну, понимаешь? Потому что я все равно будет. Ребята, поделитесь со мной, пожалуйста, сосочек. Совсем маленький кусочек. Натюрли. Что умереть? И ты... Ну, кабинет. Что а мы здесь будем купаться, купаться. Марина? Да, твоя видеосъемка! Я запрещаю тебе быть панком. Дай водки, водки, дай. Водки, дай. Ну, бутылочка, дай. Дай бутылочка. Бутылочка, дай. Зачем? Какой зачем? Зачем? Водку. Ты же не пьешь, ты же да пиво пил. Дай, я хочу. Пузы и балды. А теперь же водку, да? Это пиво, пиво, блин. Глаза. Глаза. Причёкни. Да ебать. Причёкни в глаза. На самом деле, надо стырить. Значит, нет смысла, блин. Чё там проверили, говорили? Фу, про евреев? Да. Евреи жиды, блядь. Евреи пиздят надо, блядь, сука. Жиды они, блядь. Хуярит надо. Жидомасонское логово, блядь, своё, блядь. Это же открыли, блядь. И значит, нахуй нас, блядь, кожу, блядь. Вот, пожалуйста, Сукерман скажет. Чё, блин? Евреи. Козлы. Хотя, блядь, хорошие люди, в принципе, блядь. У меня есть пару отличных друзей евреев. И у меня есть и... Пару людей, Людей. Издаю его за счет, он же еврей. Люди. Да, Саша Иванов, блядь. Саша, это еврей. Саша Иванов, чистокровный. Но это не знаю, это вырежьте, пожалуйста. Я не хотел бы сказать это про Сашу. А все уже записано. Все однозначно. Блядь, ёб, мать, вы... Блядь, смотри, что сделал. Чего, а? Ебаный в рот, держи. Вся бутылка. Нормально, нах так делать. Ёб твою. Все в жопу. Че работает? Я камера, я балдею. Никогда не менялся. Мы едем сегодня куда-нибудь? Мы едем там. Я понимаю. Начинается. Камера. Это любовь. Это любовь! Главное, чтобы она не окончилась под колесами Жигулей стремительных, новеньких. Давай интервью уж возьми. Что, раз, я говорю, да. Что, и нет, а с вами-то, вот я вот говорю. С нами. Я, с нами, давай. Давай же не с нами, а чисто с тобой. Я просто помню, что...